Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне LG K51S включить точку доступа. Зайдем в настройки, сеть интернет, общий модем, точка доступа Wi-Fi. Нажимаем включить. Еще раз нажимаем на данный пункт и попадаем в настройки. Нажимаем создать точку доступа Wi-Fi. Можем поменять название, можем убрать пароль, либо же поменять наш пароль. Также можем настроить максимальное количество пользователей и настроить канал передач, но я не уверен, что вообще кто-то знает, что это такое. Также можем настроить тайм-аут, например, выбрать, чтобы она никогда не выключалась. И здесь же выключаем точку доступа. Сделать это можно быстрее, опустив шторку вниз и найдя здесь пункт «Точка доступа». Почему-то у нас эта функция сейчас не работает, скорее всего, потому что в нашем телефоне нет сим-карты. Но при нажатии на данный значок точка доступа должна включаться и выключаться. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!